Добрый день, меня зовут Зарема Бариева. Я крымская татарка, которая родилась в городе Самарканде в Узбекистане, куда депортировали моих родных в 1944 году из Крыма. Я помню, где захоронены мои депортированные дедушка и бабушка по маминой линии и места нахождения их могил в городе Самарканд. Я присоединяюсь к компании «Унутулмахан Кабрлер» Крымско-татарского ресурсного центра и призываю каждого крымского татарина и крымскую татарку присоединиться к данной кампании для того, чтобы мы имели возможность собрать и систематизировать информацию о местах захоронения наших предков в местах депортации. Я хочу, чтобы мои дети, а в будущем и внуки знали, где покоится прах их предков. Это наша память о том, что крымские татары жили в местах депортации и внесли свой вклад в развитие Узбекистана. Моя бабушка Асанова Амиде родилась 23 декабря 1921 года в городе Бахчисарай. Умерла в октябре 1991 года в возрасте 69 лет, похоронена на кладбище Панджаб города Самарканда. Мой дедушка Халилов Умер родился 15 июня 1921 года в селе Алма-Тархан Бахчисарайского района. Умер 23 мая 1980 года в возрасте 59 лет. Я хочу, чтобы эти могилы сохранились, и мои дети имели возможность в будущем их посещать.